Региональные выборы 2013 года – это очень серьезный тест для власти, для оппозиции и для общества. Есть слабая, но надежда, что Кремль хотел бы получить реально честные и прозрачные результаты, чтобы сделать замер настроений в обществе. Ведь сейчас президент вне опасности, парламент не избирается. Казалось бы, ну давайте, ну хоть здесь правду получим. Удастся ли это оппозиции? Конечно, чиновники во власти будут, спасая себя, пытаться раздувать рейтинг «Единой России». Я вот, возглавляя Российский общенародный союз, после длительного перерыва поведу своих соратников на выборах и в Смоленске, во Владимире, и в других местах. РОС – это оппозиция, но оппозиция патриотическая. Куда вот нас классифицировать? Мы против сегодняшнего застоя в парламенте. Поэтому мы против всех парламентских партий, не только против «Единой России». А вот удастся ли нам добиться честного отношения к новой оппозиции, это покажет практика лета и начала сентября.